Здравствуйте, добро пожаловать на канал Top People. Сейчас мы находимся в офисе, где иногда по требованию работодателя нам приходится принимать те или иные тесты, проводить тренинги. В этом видео конкретно я хочу познакомить вас с тем, как проходит именно тестирование людей, которые едут на завод Amiral Beltech, город Иглово. Этот работодатель выдвигает большие требования к кандидатам. Они должны правильно и четко измерить длину и ширину. Казалось бы, элементарное задание, но не все максимально правильно могут измерить это. Есть свои тонкости, хитрости. И мне интересно наблюдать, как каждый кандидат приходит к каким-то решением, смекалкой. От этого тестирования очень многое зависит. Те, кто смотрел наши видео, а в частности именно видеообзор о вакансии Amiral Beltech в городе Иглово, тот уже понял, что это точная работа, где нужно 7 раз отмерить и 1 раз отрезать. Мы хотим показать вам сейчас маленькие видеофрагменты с этого тестирования. Приятного просмотра! Если вас интересует официальная работа в Чешской Республике, правильный выбор – Top People.